Какое место займет Башкортостан в национальном рейтинге состояния инвестклимата регионов России? Это один из главных вопросов, который интересовал сегодня журналистов на семинаре агентства стратегических инициатив в Уфе. Что это за рейтинг, что он дает республике и о чем шла речь на встрече? На все эти вопросы ответит наш корреспондент Руслан Каримов. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах нашей страны впервые подводился в прошлом году. Однако Башкортостан предпочел взять паузу и в нем не участвовал. Республика стала изучать механизмы анализа ситуации с составителями, чтобы сразу еще на старте занять лидирующие позиции. Вообще грамотный подход и тщательное планирование – это одни из главных элементов инвестиционной политики региона последних лет. Инвестиционное развитие, которое проходило за последние 4 года, и можно похвастаться, те темпы, которые мы имели по развитию инвестиций, позволили нам фактически войти в десятку лучших регионов России и по объему инвестиций, и по темпам развития. Но в сегодняшний момент мы явно видим, что нужно переходить от такого, если хотите, ручного режима поддержки, ручной работы на более системные, интересные технологии. Пресс-завтрак, организованный для журналистов, стал началом целой череды мероприятий. В течение дня руководство агентства стратегических инициатив, начальники профильных ведомств республики и бизнесмены обсуждают развитие делового климата Башкортостана. Действительно, наверное, с момента создания агентства, нам уже почти скоро, 4 года в этом году, Башкортостан один из первых регионов, с кем мы начали взаимодействие. Первый проект – это региональный инвестиционный стандарт, и Башкортостан один из первых внедрил все 15 пунктов стандарта. Сами предприниматели, которые работают в республике, действительно подтверждают, что все эти управленческие решения, они правительством выполнены и действительно эффективно работают. Сегодня регионы России, можно сказать, воюют друг с другом за потенциального инвестора. Конкуренция очень жесткая. Так что такие совместные брифинги и мастер-классы – это важный элемент движения не только к первому месту в национальном рейтинге субъектов России, но и к экономической мощи и процветанию всего нашего региона. Руслан Каримов, Азат Ишбулатов и Артур Елаев. Башкирское спутниковое телевидение.